Приветствую вас, дорогие друзья! Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, а мы начинаем. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» прервала молчание после страшного известия. Анастасия Заворотнюк впервые за месяц вышла на связь со своими подписчиками. В Инстаграм актрисы появилась ссылка на сообщение ее близких. В нем семья Заворотнюк назвала новость о том, что знаменитость парализовала, грязью и страшилками. Опубликовала ли фото в Инстаграм Заворотнюк сама или с помощью помощников, непонятно. Новости о том, что Анастасия Заворотнюк парализована, появились 11 декабря. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!